Всем привет, ребят. Ну что, на русском наконец-то открылся. И хрустальный сундук, и добыча пирата. Ну, так и коллекционера, к сожалению, нет, поэтому не могу вам паролить. Кто хочет роллинги, пишите. Лучше всего, конечно, в телегу, либо в ВК. Конкурс в описании. Не забывайте, ссылочка на выходных я. Разыгрываю призы. Так, ну, в принципе, довольно-таки неплохой. Хрустальный, конечно, то, что я вам сейчас покажу на английском сервере, намного круче будет, но все же, учитывая, что в два раза меньше донат, плюшки, так, камешки дают. В общем, поиграть можно. Так, и добыча пирата, вот в нее мы будем сегодня играть, тут дают огника, сумочки. И аналогичная, ну, рынка, как обычно, нет. Понятно, все. Зайдем на английский сервер еще. Чекнем. Что на английском? Ну, на английском шопинг спри. Это скидки. Это еще дополнительный бонус, скажем так. Вот то же самое, хрустальный и пират. Только пират здесь огник и девятые. То есть такой вот. Давайте ради интереса посмотрим и там пирата. Так, а что, в принципе, интересно, что-то поменялось или нет? Скорее всего, нет, но тут плюшки намного круче. 500 камней, 200. То есть разницу видите, розу можно собрать, ну, в общем, ну и рынок 5000, 2000, огник 40 баксов и кучу камней по 5000 уже, супер, можно за 100 получить 2,5, ну по сути 2,5 огника, прокачать смотрителей, неплохо как по мне. Так. Окей, с этим мы разобрались, поехали на русский Android. Попробуем здесь словить. Кто может вечером, пишите в комментах, хотите, я еще вам сделаю сравнение на английском сервере. Так, грома нет. Там у нас по гильдии. Равные противники. Так, хорошо. Хорошо. Что у нас за бесплаточка? Ритонище падает. Неплохо. Ну, пират, как я и говорил, это одна из акций, где реально можно нормально получить плюх, затариться. Так, карты падают, яйца, ну что тут за награды сегодня у нас? Огник, карты, сундук, третий. Ну, смотрите, сколько хлама разного напихали сюда. Ну, поехали, посмотрим. Так, осколки, 1К кулаков. Это как-то так себе. Кулаков я что-то вообще не вижу. Вот еще раз 1К кулаков. Получается 2К кулаков. Три этих, осколки, 4 карты смены, 4 карты чар. Ну, такое себе, и 7 пропусков, остальное расходники. А ну, давайте ради интереса уже сделаем, и тут, и там. Фул тут и фул там. Хоть посмотрим разницу, будет более наглядная, буду бегать туда-сюда и будете сравнивать уже. Для бездона в любом случае на английском будет топовый. Почему вы сейчас увидите? Смотрите, во-первых, награды какие.
разницу видите, да. Что там дают мусор, по сути, тех же 1200 самых накопленных, если брать для без доната. Коробка, две, ну, кулаков нету. Но зато слизней, даже 30 слизней, вот полторы коробки. Карта, давайте забьем ее, сравним. Что мы получим тут за фулл почту и что мы получим там. Тут еще и открытый роллинг по 1500. Ну вот, думаю, разница налицо. В два раза больше карт. Чары, две коробки, сундуки, кулаков чуть-чуть больше, расходники. Но у вас еще и карта есть. Ну и пятые сундучки гильдии. Сундук замка, по-моему, близкого, или как его там. Вечно забываю, вылетает. Я уже на них тоже забил. Расходников в разы больше. Так, запомнили это, идем обратно на русский. Сейчас немножко так потрешу им нестандартный. Ну, чтобы вы просто понимали разницу. Что вам дают на ру за потраченные самоцветы, что вам дают на английском. Мы не учитываем то, что вы там донат. Понятно, там донат дороже в два раза, соответственно. Ну, типа, как бы, если задонить под это дороже, ну, накопить. И там, это одинаковые условия. Жалко, на китайке нету такого. Еще бы с китайкой сразу сравнили. Мешков огника, что там нет. Пока что. Так, 6 карт уже получше. Карта арены. Первый сундук. Первого уровня. Один как кулаков пропуска. Видно, да, разницу. Хорошо, идем обратно. Надо будет как-то помонтировать видосики. Но у меня, к сожалению, времени на это нет. Так, ну хрустальный тут. Русский сервер, да, он дороже в два раза, но плюшки на русском немножко не догоняют. Так, поехали опять. Карта сразу же падает. Девятая руна, это уже плюс сундук. Седьмая эмблема. Да. Вот уже еще одно доказательство того, что на русском даже такие акции, блин, могли бы сделать получше. Ну, 12, 10, рунка, карта, опять же, сундук, эмблема, мешок, 5 штук этих. Ну, капец. Это жестко, ребят. Ты повелитель бури, офигеть, хранитель. Вот этого роллинга опять повелитель бури, паладин, дрейк, жесть, короче. Так, давайте еще разок здесь пройдемся. Тут такое вот 50, по сути, большой пак на русском, но намного круче плюшки здесь, чем на русском за эти деньги вы получите. Так, давайте разок еще пират. И уже перебежим на русский сервер. Но мешков огника и там нет. Вот опять карта, опять эмблема. Асурик. Опять. Вот мешок огника, ребят. Неплохо. Один мешок уже есть. Но опять же, 14 в разы еще больше. Самые, скажем так, наверное, топовые. Ну, вот, конечно, девятой рунки не словили. Смотрим русский сервер.
Это жесть. Просто жесть. О, ничего себе, и здесь огненько. Смотрите, какая удача. Жестко. И там мы выбили мешок. Это знак. Не знаю, сколько там плюс-минус мы потратили самого. Можете написать в комментах, кто смотрел. Но даже если здесь выбили один мешок, 22 карты на арену нафига. 100 расходников остальных в разы меньше. В общем, по разнообразию, по плюшкам все-таки английский намного круче, в разы. И тут даже сравнивать нечего. Поэтому сами делайте выводы и решайте, где вам играть, на каком сервере лучше. Здесь, конечно, русские названия и больше ничего. Кроме этого, здесь больше ничего. Все, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. Всем удачи, всем пока.